Стереотип о том, что нынешняя молодежь не такая, какими были наши бабушки и дедушки, инициативно и посредственно. В случае с брестскими юношами и девушками, активистами БРСМ, яркий пример несоответствия действительности. Целеустремленные, амбициозные, деятельные, неравнодушные к проблемам других, отзывчивые, если дело касается поддержания красоты родного города. И даже этот внушительный набор качеств и характеристик не может составить полноценного портрета представителя молодежного движения. Итоги деятельности БРСМовцев за 3 года, подводимы на 35-й отчетно-выборной конференции. Поводов для сомнения в этом не оставляют никаких. Все это время они, не жалея времени и сил, участвовали в городских мероприятиях, выдвигали свои инициативы, осуществляли идеи, воплощали в жизнь масштабные проекты. Каждый из успехов был обусловлен большим желанием проявить себя, не сидеть на месте, сказать свое веское слово и быть услышанным. Мы равняемся на прошлый уровень, но всегда стремимся его улучшить, потому что если мы улучшаем, значит мы работаем и к чему-то стремимся более хорошему, к нам ребята идут. Среди первостепенных задач, успешно выполненных, организация многопланового досуга студентов, развитие молодежных отрядов охраны правопорядка, активная пропаганда здорового образа жизни. Говоря о достижениях, нельзя не сказать об огромном вкладе брестской молодежи в благоустройство города. Сложно найти место, куда не ступала бы нога волонтера. Объекты исторического и культурного наследия Бреста, территория мемориала, храмов. Будучи убежденными, что областной центр должен быть чистым и ухоженным, волонтеры неоднократно выходили на улицы, чтобы преподать урок порядка другим. Заботу активистов о Бресте видит и высоко ценит глава города Александр Рогачук. Это здорово, когда нас объединяет общая платформа, это любовь к нашему городу, любовь к нашему государству, любовь к нашей истории. Вот на этой платформе можно творить большие дела. Я с этой трибуны хочу сказать, что будут поддержаны все ваши идеи. Действительно, идей со стороны активистов было выдвинуто огромное количество. За отчетный период более 30 инициатив талантливой молодежи сегодня планомерно воплощаются в жизнь. Велика роль общественного объединения в организации занятости студентов. Благодаря поддержке более 1800 ребят были трудоустроены Союзом молодежи и штабом трудовых дел Брестского горосполкома. В этом году студентам выпала возможность получить опыт работы на разных объектах. Трудоустраивался со второго курса, получается. На втором курсе как-то была практика строительная, нас отправили на атомную электростанцию. После этого объект мне понравился и предлагали ездить, ездил. Не отрицал факт, что это какая-то практика в плане моего обучения. Я какие-то навыки получаю руководителя. Поэтому с удовольствием ездил. Инициатива, как известно, поощряется. Самые яркие представители городского комитета БРСМ получили благодарственные грамоты, а еще стимул для будущих достижений. Стимул появился и у других активистов. Уже сегодня у них в планах десятки и сотни идей, проектов, ровно столько же тематических акций и инициатив. Останавливаться не представляется возможным. На пороге круглый юбилей города, а значит, самое интересное еще впереди. Подводим итоги деятельности за 3 года, ну и определяем дальнейшие перспективы развития деятельности нашей организации. В этом году нашему общественному объединению исполняется уже 15 лет, 6 сентября 2017 года, который мы и отпразднуем. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.